Дорогие друзья, сейчас время празднования для нас. Наша еврейская община только что отмечала праздник Ханука, самый светлый, самый веселый праздник для евреев. Другие народы отмечают свои важные религиозные праздники. И, конечно, Новый год. Самый веселый, самый радостный день, когда собирается семья, у всех хорошее настроение. Мы желаем всем друг друга Happy New Year, с Новым годом. На иврите Шана Това Уметука. Что мы можем сделать в эти дни для того, чтобы увеличивать радость? Так как мы живем на Украине в тяжелое время, когда рядом с нами очень много людей нуждающих, которые не могут себе позволить праздновать Новый год как положено. Если можно, что каждая семья взяла на себе еще одну семью, для того, чтобы они тоже могли в большой радости отмечать Новый год. Когда мы покупаем продукты, шампанское, вкусное мясо и все другие продукты, что мы дали возможность еще одну семью отмечать точно как мы. И эта радость вернется к нам. Желаю всем с Новым годом, чтобы он был сладкий, веселый, чтобы все были здоровы на Украине, чтобы все было хорошо, что война закончилась, что мы поднялись выше и выше, и что Бог нас любил. Спасибо вам.